сцене парка Горького крымской весной донские коллективы, называемые брендовыми. Ростов-Дон, Легенда, Атаман и Оркестр Южного военного округа. Послушать их и отметить 9-ю годовщину возвращения Крыма в Россию пришли сотни ростовчан. Для нас всех особенный праздник, потому что Россия всегда была вместе, и присоединение Крыма к России, конечно, стало знаковым событием. Сегодня ростовчане в этот прекрасный весенний день пришли на площадку нашего центрального парка, чтобы еще раз подтвердить единство российского народа. Завершился концерт флешмобом «Крым России», организованным общественным движением «Дороги слава. Наша история» и областным комитетом по молодежной политике. Выстроенная буква «В» символизировала единство россиян с новыми территориями. Мы очень рады, что 9 лет назад Россия вернула свои территории, истинно исторические территории, возвращает по сей день, что люди объединились в общем порыве, и русский мир укрепляет свои позиции. И наша молодежь, наши общественники сегодня в этот прекрасный солнечный день вот в таким выражением своей активности и единения показывают поддержку нашему президенту и отмечают эту прекрасную государственную дату. Участники акции – студенты вузов и представители общественных и волонтерских движений. Словами «своих не бросаем» они выразили поддержку тем, кто сейчас на передовой в зоне СВО. Юлия Сурикова, Анастасия Мартынова, Юрий Лешко. Первый ростовский.